И вернемся к главной теме дня – инаугурации президента России и протестным акциям. Накануне инаугурации акции под лозунгом «Он вам не царь» прошли в десятках городов России, и многие закончились массовыми задержаниями. И вот как это было. Вы что ругаетесь? Это что такое? Уйдите. Руки назад, быстро! Они нас защищают! Они должны нас защищать, они должны быть на нашей стороне! Да не выкручивайте, буквально ломаете руки! Да иди там спокойно! Я же за Путина агитирую, вы что? Я не понимаю. Дайте красиво, красиво. Заткните. Больше всего задержанных в Москве и Петербурге. В российской столице, по данным ОВД-Инфо, арестовали более 700 человек. Ну и в целом, во время акции в десятках городов России задержаны 1600 участников протестных акций. Причем разгонять протестующих подключились члены организации НОТ, Национально-освободительного движения, и казаки, которые били нагайками собравшихся на Пушкинской площади Москвы. Действиями казаков возмущен один из членов президентского совета по правам человека, журналист Максим Шевченко. Он потребовал созвать срочное заседание совета и написал в Фейсбуке: «Использование властью черносотенных и фашистующих боевиков для жестокого избиения студентов и журналистов – открытое и доказанное явление». В правозащитную организацию Ассоциацию «Агора» обратились уже 15 человек с жалобами на насилие со стороны казаков. Но может ли российский суд наказать виновных? Об этом мы спросили координатора правозащитной организации «Зона права» Булата Мухамеджанова. Применение силы, оно может быть обоснованным и только со стороны сотрудников полиции. Что касается так называемых народных дружин, то как такового у них нет, они не правоохранительные органы, соответственно, их в любом случае должны быть определенным образом квалифицированы. Если будет доказано того, что они били людей, соответственно, они должны быть привлечены к ответственности. А статья в том числе будет зависеть от того, какая степень тяжести причиненных действиями телесных повреждений, соответственно, выявленных у пострадавших. Судя по опыту прошлых лет и прошлых акций, перспективы не самые, что называется, хорошие в плане возбуждения дела. Мы, конечно, всегда рассчитываем на лучшее, но готовимся к худшему, да. Кто эти люди с нагайками, как они оказались в роли блюстителей порядка, выяснила моя коллега в Москве Оксана Чиша. Она сейчас с нами на прямой линии связи. Оксана, приветствую тебя. Появилась информация о том, что эти самые казаки якобы получали финансирование чуть ли не от мэрии Москвы. Насколько подтверждается эта информация? Но дело вот в чем. Нужно понимать, что 5 мая на Пушкинской площади были люди с очень разными нашивками на форме. И среди прочего там действительно встречались нашивки Центрального казачьего войска. Вот именно про них писали выходные издания The Bell. Проанализировало 3 контракта на 16 миллионов рублей. Речь идет о контракте, который выиграло Центральное казачье войско на обучение различных представителей казачьих сообществ в Центральной России неким навыкам обеспечивания безопасности на общественных мероприятиях и охраны общественного порядка. Собственно говоря, на сайте мэрии можно даже найти фотоотчеты с этих мероприятий, в которых говорится, что около сотни казаков прошли такое обучение, и там есть фотографии, на которых видно, как эти люди, такое ощущение, что они кого-то задерживают, то есть они держат человека за руки и за ноги и куда-то его несут. Оксана, можно я тебя перебью сейчас? Удалось ли идентифицировать этих людей, тех самых людей, которые принимали участие в разгоне акции в субботу, и, например, тех людей, которые фигурируют на фотографиях мэрии, о которых ты сейчас начал рассказывать?
Ну, действительно, с Пушкинской площади было очень много фотографий, на которых видно людей либо в казачьей одежде, либо какими-то элементами, нашивками, шапками и так далее. И очень многие люди сейчас занимаются как раз тем, что пытаются сопоставить эти фотографии, видно, этих репортажных фотографиях с профайлами во ВКонтакте, Одноклассниках и других социальных сетях. Ну, во всяком случае, сейчас в телеграм-каналах называются имена 10 таких людей. С одним из них нам, кстати, удалось связаться, но он рассказал, что свою версию событий. Он говорит, что он из общественной организации, находился на Пушкинской площади. До какого-то момента все было спокойно, а потом якобы пришли какие-то агрессивные молодые люди, которые начали целенаправленно оскорблять его и товарищей, срывать с них папахи, обзываться и прочее. И он считает, что их таким образом провоцировали, якобы другие казаки, они вынуждены были что-то ответить, после этого покинули митинг. На самом деле, конечно, существует много видеозаписей, фотографии того, как люди в различных элементах, да, в одежде казачьих сообществ активно пользовались и руками, и ногами, и нагайками. И в частности, мы, среди прочего, сегодня говорили с двумя молодыми людьми, которые таким образом пострадали. Это девушка, у которой остались синяки на ногах, это молодой человек, который говорит, что ему досталось нагайкой дважды по бедрам. Сейчас они фиксируют свои повреждения, после этого они намерены писать заявление в полицию. Ну а что касается вот этих 10 человек, про которые я говорю, да, те 10 имен, которые, ну, как утверждается, их опознали различные телеграм-сообщества, их опознали в соцсетях, то сложно сказать, насколько это полное соответствие. Во всяком случае, эти люди, они очень похожи на публикующихся там их страницы ВКонтакте, да, возможно, их страницы ВКонтакте. Ну вот как раз этими, судя по всему, и должны заниматься, Оксан, сотрудники правоохранительных органов, устанавливать, если, конечно, у них будет такое желание, принимали ли участие эти люди вот в акциях насильственного характера, на которые санкционированы на действия только полиция, насколько я понимаю.